В новый учебный год с помощью бюджета и спонсоров в Кузбассе подвели итоги благотворительных акций, которые помогли детям собраться в школу. По многолетней традиции в регионе действуют две программы – областная и муниципальная. В этом году акция стартовала 20 июня в Полысаеве и завершилась 23 августа в Кемерове. 5673 семьи получили сертификаты номиналом 5000 рублей и 396 семей по 10 тысяч. Итого более 6000 семей, в которых доход ниже прожиточного минимума, воспользовались этой меры поддержки в этом году. Еще столько же семей смогли подготовить детей к учебному году благодаря муниципальным акциям. Спонсоры поддержали тех, кто не попал в бюджетные программы. 13197 семьям оказана помощь за счет спонсорских средств на сумму 25,5 миллионов рублей. Хочу поблагодарить всех меценатов и спонсоров, принявших участие в акции. В адрес министерства поступают обращения от жителей региона с просьбой продлить акцию вплоть до октября. И мы бы были рады, если бы к нам еще представители бизнес-сообщества подключились, готовые помочь школьникам собраться в школу. Ленинск-Кузнецким школьникам помогли собраться в школу сотрудники бюджетных организаций, предприниматели города, депутаты и просто неравнодушные жители Ленинска-Кузнецкого. Напомним, в Кузбассе акция «Помоги собраться в школу» проходит ежегодно с 2001 года.